Всем привет! У нас опять новая игрушка под названием Black Rainbow. Я, знаете, вот подумал, да, что у людей разный вкус. Кому-то нравится эта игра, кому-то это. Поэтому я решил сразу же несколько игр записывать. То есть это будет Sims 4, это будет эта игра Black Rainbow, это будут квесты. То есть эта игра — это квесты. Потом, само собой, это будет Dota, это будут и гайды, и летсплеи. И это будет еще игра Метро. Да, господа, у меня сейчас качается игра Метро. Великолепная игра. Я в свое время ее играл, но, по-моему, я ее не выкладывал на старый канал. Но на новом это будет у меня все. Давайте приступим. Я эту игру еще ни разу не запускал. Я не знаю, что это за игра. Просто я на сайте, да, ag.ru, самый популярный сайт по играм, просто хотел найти какой-нибудь квест. Нашел самую первую игру, скачал, все. Давайте посмотрим. Привет, ArxPlay, сменить игрока. Ну что ж, let's go. Здесь интерфейс и субтитры русские, но озвучка будет английская. Ну, приключенческие, да, я думаю. Обычные. А, нет, мы обычные, потому что нет смысла сложнее делать. Так, так, полетела птичка. Хоть за яичко. Заставка немного приторможенная, да, но это в первую очередь косяк разработчиков, потому что у меня 60 FPS, то есть максимум мне стоит 60. Так, долбят палками, жертвоприношение. Они готовят обед, как я понял. А, нет, это ужин. Торнадо появилось. Надо, кстати, кино скачать. Точно, скачайте кино про торнадо, это великолепные интересные фильмы. Мне кажется, была громкая заставка, наверное, меня даже не слышали, да? Ну ладно, я ничего интересного не говорил. Так! Ну что ж? Так, подождите, окей. Очень давно я не играл в такие игрули. А тут что-нибудь работает, нет? А? Тут что-нибудь не работает, нет, да? О, помощь. Вам нужна интерактивная помощь во время прохождения. Да, давайте. Получаешь игры, этот инструмент обучит вас всему, что необходимо знать для взаимодействия с игровым миром. Нажмите здесь, чтобы открыть дневник. А, он ждет, пока я нажму, окей. Так, здесь вы найдете некоторую полезную информацию, обнаруженную во время путешествия. Нажмите здесь, чтобы закрыть дневник. Все, прочитал, типа. Например, вам будут попадаться полезные предметы. Да, да, вот такой стиль игры я хотел. Чтобы внизу был инвентарь. И мы просто на экране думали, что делать. Да нет, куда нажать? А. Чтобы продолжить, возьмите это деревянное ведро. Прикольно, прикольно. Похоже, больше тут нечего делать. Вы можете использовать значок перемещения. Ага. Чтобы узнать все доступные направления. Интересно. А. Чтобы спрятать, окей. Если вы не знаете, что делать дальше, используйте подсказку. Но имейте в виду, после использования подсказок понадобится время, чтобы зарядиться. Это мы, если мы будем, вот это плюс, если мы будем сильно тупить на видео, я заюзаю подсказку. Если в текущем месте делать нечего, подсказка укажет направление, в котором есть доступные действия. При этом подсказка не разрядится. Попробуйте. А зачем пробовать-то? Ага. Возникшую иконку передвижения. Окей. А эту область рассмотреть поближе. Щелкните, чтобы приблизить. А, вот это да. Вот то, что я хотел. Я обожаю такие игры. Как же их мало играл. То есть лупа позволяет нам приблизить. Вот он и повстречался еще один предмет. Возьмите кнопку от статуи. У статуи нету рук. Эта кнопка должна находиться в статуе тайнике прямо тут на стенке. Ага, на стене. Я читаю так бегло, то есть я не вникаю, какие именно слова. Этому тайнику не хватает кнопки, нужно ее вернуть. Просто щелкнуть. Ну да я понимаю, да. Это все я понимаю. Ну хотя просто пройдем. Я же говорю, я квест очень давно не играл. Замечательно, перед вами мини-игра. Чтобы продолжить, ее необходимо решить. Снизу можно прочитать описание, если непонятны условия игры. Два на. Повторите каждую из последовательностей кнопок, чтобы открыть сейф. Нажмите на правильную кнопку сбросить текущий... А, нажатие на неправильную сбросит. И...
А, он сказал сбросит. Подождите еще раз. Ну вот, раз, два. Раз, два, три. Ха-ха! Раз, раз, два, раз. Изи бризи! Да, мне просто надо подумать своим великим мозгом. Так, нашел мешочек с говном. Все. Чтобы быстро перемещаться между игровыми локациями, используйте эту карту. А я думал, что вот это надо использовать. Ну ладно. Вы можете перемещаться только в те места, где уже были. Выберите первую локацию. А я здесь я был? Где я был-то? Окей. Так. Все, наконец-то теперь мы можем все сделать сами. Ага. Так, здесь какое-то племя, какая-то у них проблема. Вот давайте обойдем в домик. Вот это можно посмотреть. Топливный насос. Топливный насос. Вот, да, вот именно так я и хотел, чтобы он говорил мне, что я делаю неправильно. Окей. Ладно, все, заходим. А, нет, подождите. Мачетас. Так, я нашел мачете. А здесь интересно, можно объединять предметы или нельзя? Ну-ка, а мачете подойдет? Нет? Ладно. Все, входим в дом. Пока хижина в говне, да? Так, он не может подойти, когда хижина в говне. А если мы подойдем сюда вот, наберем воды. Да нет же. Ну ты воды набери, дура. Ладно. О, я могу полететь? Положила? Окей, мы играем за девушку, я только узнал об этом. Нет, двигатель мы не можем завести, поэтому мы сваливаем отсюда! Здесь у нас ничего интересного больше нету! Все, let's go. Я думаю, что он наберет воды. Это топливный насос. Вот, уже начинаются непонятки. Вот теперь надо думать. Ай. Так, а что с тобой сделать-то? Ну, ручку давай, дергай. Ладно, наш мы делаем что-то не то. Нужно как-то потушить это говно. Здесь мы уже были. Давайте расходим сюда. Так. Нога. А. Хелен, я спокойно рыбачил на реке, как вдруг услышал барабанный марш. А спустя мгновение я увидел огонь, факелы и марширующих воинов. Понятия не имею, что происходит. Но, что бы это ни было, вряд ли что-то хорошее. Я тороплюсь, но все же рискну задержаться и оставить тебе эту записку. Беги так быстро, как только можешь. Нет, бегу только трусы. Бегут только трусы, но мы не трусы. Носи трусы. А, птичка, да? Улетай, дура. Он не хочет улетать. Окей. Что-то здесь непонятно. Вот, мы взяли рюкзак. Можно поспать, посрать, да? Это, наверное, наверх. О! О! Во, это ключ. А, от хижины. Это у нас, наверное, был газ, да? Проверяем, проверяем. Тут мы уже везде были. О! Это самолет? А, ну и чё, мы теперь можем просто тупо улететь? What the fuck? Ну ладно, полетели, наверное, уже, что ли? Чё нам стесняться? Давай. Эй! А, вот он.
Давай. Арам-зам-зам. Да что ж тебе надо? Топливный бак. Топливо у нас уже было, да? Ну-ка, подождите. Если мы сейчас пойдем сюда, потом... Нет, не сюда. Если мы пойдем в этот дом. И вот сюда вот подойдем. Нажмем сюда. Это невозможно. Так, а может быть я здесь покрутил, и там пошло топливо? Непонятно. Ну. Да не же. Да что тебе не нравится, дебил? Топливный насос. Рюкзак, налей мне в рюкзак. Блин, как же потушить это говно? Пустое ведро, да я понимаю, что оно пустое. Как воды-то набрать? Я не понимаю. Ну-ка, подождите. Надо собраться с мыслями. Ну-ка, а так... Господи, он смог! Вот инвалида кусок, я же жал уже. Ну, ДЦП, ой, ДЦП. О-о-о. Так, потушили, окей. Теперь мы можем взять этот ключ, открыть дверь. Он как что-то слишком изи-бризи, просто на автомате все. Я ничего не вижу. Это свет? Можно рассмотреть поближе, щелкнув приблизи. Не надо закрывать. Но я понял, это я сам бы додумался. Взял. Ага. Черепа. Найдите все специальные предметы, чтобы разблокировать дополнительные достижения. Здесь мы все взяли. Видите, что удобно, если мы взяли предметы, он больше не приближает. То есть все, нам туда больше не надо, получается. О. А, вот. А, соединитель, да? Ну. Ха. Черная радость, конечно, обучение. Типа я поднял и взял шланг. Подождите, еще не все посмотрел. Ло. Так. Сейчас быстренько прочекаю. Я вот люблю такие игры логические. Вы тоже можете в этот момент смотреть и думать. Потом написать, что я сделал не так. Здесь мы вроде все сделали, отлично. У нас есть шланг. Мы можем попить, да, из него. Теперь нам нужен другой конец шланга прицепить к самолету. А. Ага. Чё-то изи-бризи. Я надеюсь, просто я такой умный стал. Опа. Потекло говно по трубам. Все, мы просто теперь улетаем, да? А тушить больше не будем? Нет, у нас больше ведра нет. Ну все, сваливаем, пускай дом горит. На один дом больше, меньше. А инструкция? А, тоже загадка. Все рычаги, верхнее положение. Ой. Ха. Ну вот так вот. Блин, подожди, не балуйся. Ну вот, все. Как мне отсюда выйти-то? Подождите, что я туплю. Я же переместил все рычаги, верхнее положение, нет? Это не верхнее? Ничего не понимаю, подождите, а что дальше-то? А!
О, мультик. Падаем! Я потеряла большинство вещей во время кораблекрушения, но это не был корабль. Моя аптечка, она нужна мне, если я хочу здесь выжить. Аптечку бери. Бери аптечку. Нужно две палки и скотч. Так. Она подыхает по боля, да? Я жива, слава небесам. Я ранена, но это не серьезно. Однако я понятия не имею, куда за меня забросило. Куда за меня забросило, смотрите. Ошибка, ставлю двойку за перевод. Прежде всего, надо найти аптечку первой помощи и промыть раны, промыть мозги. Надеюсь, что мой компас... О, компас? Да, видите, подсказка. Еще работает. Он должен быть где-то в самолете. Передвигаясь по лесу, без компаса будет... По лесу. Без компаса будет не очень умно с моей стороны. Но играет девушка. Так, компас. Веревка. А, там был компас нарисован, наверное. Череп? Да, черепок. Кстати, заметьте, у черепа не было такой анимации, что можно его взять. Давайте мы не будем отвлекаться, но быстрее подобрать это говно. Там был компас нарисован? Это не компас. Это не компас. А, здесь вообще ничего не подходит. Стоп. О, палку убрал. Ого! Прикольно. Рюкзак? А зачем рюкзак? Я не знаю. И что-то еще нужно было. Две палки нужны были. И здесь что, палок мало? Нет, подожди. Блин, не хочу, чтобы она сдохла, потом воняла. Это крюк был или что? Нет. Так, скотч есть. А что же это за говна кусок? Ну-ка, подождите. Он показывает... ну-ка, еще раз. Может, здесь что-нибудь... Так, валяется наша мачете. Камень. Что за говно я подбираю, вы мне скажите? А, нам нужно две палки, что я туплю? Где две палки-то взять? Так, две палки. Ну где? О! Во, все, нашли две палки, все, let's go. Да, так быстрее, она уже все почти свидела, уже мухи летают. Готово, теперь я чувствую себя лучше. О! А мы это все нашли, смотрите. Палка. Говно. Жижа. Дерьмо. Все. И все это ради того, одного санного мачете. О, инструкция опять. Подцепите крючком рукоять мачете и аккуратно его вытяните. Рукоять. Прикинь, что придумали? Я такого никогда не видел. Посмотрите на это. Офигеть. Реально, молодец. Хорошую игру скачал. Прикольная веревка. Окей. Здесь мы все подобрали. О, лягушка. Квакушка. Все, мы живы и здоровы. О, вот эти карты изменилась. А смотрите, а карта была меньше, прошлая. Может, я в том месте не все прошел? Ну ладно.
В любом случае, пойдемте дальше. Здесь мы уже все сделали. Пойдемте в леса. У нас есть мачете. Мы сможем сломать это говно. Да. Изи-бризи. Опа. Поруби, поруби, это еда. Нет. Захотела еду нам. О, черепок. Да блин. Сколько я буду их собирать? 21 штуку. Идите в жопу. С этими черепками. Пойдем дальше. Окей, 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 столик, скамеечка, доска, оторвали доску, молодец, истинный русский человек. Так. Правильно, надо было просто обрубить. Веревку держим, мост совсем истрепалась, испортилась. А, нам нужно поднять мост, получается, у нас есть веревка, но... Ой, извиняюсь. Если мы заменим веревку. Реально захотел посмотреть кино. Давайте я вам дам домашнее задание. Скачайте любое кино про торнадо. Я говорю, это такие хорошие фильмы. Где там или торнадо крушит дом, или есть фильмы, где охотники за торнадо. То есть они там на машинах специальных. Офигенный фильм, я вам советую. Окей. И теперь мы покрутим эту парашу. Все на автомате идет. Я люблю такие игры. Где ты думаешь, что ты умный? Все? Ну ладно. О, давайте мы полностью разберем это говно. Все, так, идем сюда, сюда. Теперь могу пойти на другую сторону. Мы перешли на другую сторону. Так, подожди. Ой, матери боже. Эй, стоп, стоп, стоп! Куда я вообще зашел? Где? Как мне вернуться обратно? А, вот. Ничего не понимаю, я потерялся. Так, давайте посмотрим, что она здесь есть. Сколько много, вот не люблю, когда слишком много все. А, это та самая пещера, да-да-да, мы и видели эту пещеру, вот она. Пусто. Так, здесь нам что-то нужно будет, да? Так, здесь ничего больше нету лишнего, черепков обосранных нету. Ладно, идем дальше. Глаз. Это не глаз. Хорошо. Нам, значит, нужно идти... О, записки. Надо читать все. Точно, вот и дурачок. Вот я дурочка. Ой, дурачок. Давайте еще быстренько прочитаем. Ну, чтобы был сюжет. Ну, это мы уже все прошли, не будем читать. Давайте с этого. Я жила... А, вот. А, да, это мы читали, куда за меня забросил. Все, дальше идем. Мы случайно увидели обряд. Что? Обряд жертвоприношения. Происходит что-то невероятно странное. Мне казалось, что их не проводят вот уже несколько миллиардов лет. Я должна их остановить. Это полное сумасшествие. Очевидно, что в сражении я этим воинам не равна. Не ровня. Должен быть другой путь. Подождите, это в смысле в обход? Какая странная дверь. Похоже, статуя дракона. Чё за слова? Статуя? Похоже, статуя дракона. А, статуя дракона не хватает одного глаза. Надо же, никогда не слышал об этом месте. Возможно, за дверью находится давно потерянный храм или что-то такое. Так, теперь мы идем, где у нас был плод. Здесь ничего интересного нет. О, есть рыба. Гусеница. О, вкусняшка. Далее, даже гусеницу нашел обосранную. Как-то я сюда вот шел. Вот он. О, здесь даже анимации нет. А, нет? Нужно отравить еду, дайте угадаю, да? Успокоительное растение. Такие типа ням-ням-ням. А, они просто спят, они, думаю, они сдохли уже.
Зачем их надо было усыплять? Нужно было убить. Статуя воина. Ага. Так, что здесь мне подсказывает? Ну ладно, давайте особо. Не может двигаться. Сможешь? Опа! Вот я говорю, я обожаю такие игры. Мне кажется, они очень интересны. Своя атмосфера. Здорово, братюня! Спасибо, незнакомка, ты спасла мне жизнь. О, можно даже перематывать. Меня зовут Мваи. Похоже на племя Майя. Но не время разговорам. Воины вскоре проснутся. Надо найти способ выбраться из этого говна. Так, а ты будешь за мной идти, да? Не время разговаривать, надо выбраться из говна. Не время надо выбрать. Не время надо. Ладно, все, пошлите отсюда. О, я могу вперед идти. Куда же дальше-то? Волшебное силовое поле. О, четыре статуи. Гусеница? Не гусеница. Я думал, гусеница поможет. Так, значит, мы здесь все сделали. То же самое, нет, эти разные вещи. Давай, ломай. Инструкция. Здесь, чтобы все кнопки горели одновременно. Найдите в попу. Здесь нужна очень быстрая мышка. Да, давай, колечко. О, что-то нашли. А, статуя, да. Статуя. Нет, просто бежать у нас не получится. Надо придумать что-нибудь еще. Смотри. На зыбучие пески и прямо перед тотемом. Тут можно установить ловушку. И там за деревом просто идеальное место для еще одной. Справишься? Да, я справлюсь. Ты можешь идти там поспать. Так. А, и на крылья твой. Что-то он еще сказал, еще одна. А здесь может средство сохраняться? Ну, в любом случае, все, у нас уже время вышло. Игра интересная, интереснее, чем я думал. Все, мы прочитаем, попрощаемся с вами. Как только я освободил Мувай, воины проснулись. И теперь на нас охотятся. Мувай сказал, что это идеальное место для ловушек. Надеюсь, получится. В противном случае нам придется бежать. Но тогда воины точно нас схватят. И кто знает, наверное, убьют или обосрут. Вот где-то здесь еще одна ловушка, да? Или подальше. В любом случае, всем спасибо за просмотр. Игра очень интересная, мы будем продолжать в нее играть. Комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока!